Всем привет! Меня зовут Георгий, и сейчас я покажу, из чего состоит и как работает модуль 7 стоять. Сам модуль состоит из блока управления, блока питания и датчика движения. Все наши модули могут управлять нагрузкой до 220 вольт и имеют два режима работы – на включение подключенного устройства и его выключение. В нашем случае мы будем выключать питание электромагнитного замка. Для начала работы включим питание модуля и замка. Слышим звуковой сигнал, значит модуль готов к работе. Замок у нас закрывается. Теперь, чтобы замок открылся, нужно не двигаться в течение 12 секунд. Замок открылся. Замок открывается на 10 секунд. После чего, если в помещении есть движение, он снова закроется. Замок закрылся. Также модуль имеет режим ожидания, который администратор может включить с помощью кнопки. Когда модуль находится в режиме ожидания, замок остается закрытым, даже если в помещении нет движения. При появлении движения модуль переходит в обычный режим, в котором замок открывается при отсутствии движения. Узнать, как работают этот и другие модули, вы можете на нашем сайте квестомат.рф. Пока!